Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня на обзоре у нас будет гитарка. Гитарка с сайта Томан. Гитара классическая, целиком из массива. Не будем долго затягивать, приступим. Да, вот она непосредственно сама гитара. Слева у нас лежит чехол. В комплект они кладут делюксовый чехол. То есть один из самых лучших от самой фирмы Томан, как видите. Тут у нас гитара. Так, внутри у нас еще должна быть вот такая вот подножка. Да, от Millennium. Ну, никакой макулатуры там туда не положили, поэтому вот она сама гитара. Да, непосредственно распакуем сам чехол, посмотрим. Да, написано Premium Gigback. Да, вот она непосредственно сама коробка от гитары. Откроем и посмотрим, что там внутри. Берем сторонку. Да, вот поступает она вот в такой вот полиэтиленовой хреновине. И сверху бирка от самих струн. Вот они сами струны от фирмы Hanbach. Вот так будет выглядеть сама гитара в чехле. Красотка, не правда ли? Да, вот она непосредственно сама гитара в сумке. Распаковочку вы только что видели. Пришлось ее дублировать, поскольку распаковочку я вел прямиком из машины, из рабочей, да. Гениально! И как бы возможности записать голос не было, поэтому пришлось дублировать. Да, сумка, как я сказал, делюксная. Она с большой молнией. Да, с большой молнией, с дополнительными карманами. Здесь один дополнительный, здесь, потому что есть простой гиг, скажем так, не простой, стандартный гигбэк. Он получается без этих карманов. Как бы скажу сразу, это такая сумка очень хорошая в том плане, что она зимняя. И если вы берете гитару из массива, как это, кстати, то она защитит от холода, также от ударов. Но прыгать по этой сумке я бы, конечно, бы на вашем месте не стал. Так, остановились на сумке. Я брал такой, скажем так, комплект, да, гитару, сумку, а также, как вы ранее видели, вот эту коробочку. Я сказал, что это ступенька. Да. Такая ступенечка непосредственно нужна для классической посадки. Что? Я не понял. То есть вот так она делается. Это я вот при вас ее прям распаковываю. И чтобы на нее можно было прям ставить ногу. Кто не знает, вот это вот называется классическая посадка. И для нее, ну, удобнее всего, когда у вас есть эта ступенечка. Ну, по мне так это баловство, поскольку я все равно и так тоже могу в классической посадке использовать это все, скажем так, и без ступенечки. Собственно, про саму гитару. За такие деньги эта гитара, можно сказать, даром, поскольку это не только массив, как бы не сама дека из массива, не только дека, но и как бы боковая сторона и задняя сторона. Это все массив, то есть полный массив. Это у нас массив ели. А это у нас непосредственно клен, кленовый массив, задняя сторона. И да, она, скажем так, скажу честно, не самого лучшего качества, но довести ее до ума самому и за такие, скажем так, небольшие деньги у вас будет настоящий, скажем так, инструмент. Ладно, неплохо. Струны уже стоят хорошие, штатные.
Единственная штука — это вот этот вот порожек. Струны, как видите, ближе к 12-му ладу слишком приподняты. Мне это не мешает, но можно вот этот, но можно вот этот вот порожек подточить, и будет вам счастье. Но будьте осторожны, сильно подтачивать его не стоит, поскольку если сильно подточить, то струны, скорее всего, будут звенеть. Возможно, вам это и не передастся, но резонирует она действительно долго. У меня до этого я себе заказывал, перед тем, как основную свою гитару покупать, я себе заказывал испанскую гитару. Это классический инструмент, он как бы можно ее тоже испанкой называть, но испанскую гитару имею в виду от испанского бренда. Был передняя дека из массива, полностью из массива кедра, и она стоила в два раза дороже, чем эта гитара, и при этом сделана она при этом была с более отвратительными косяками, чем эта. Не так классно через два месяца, как хотелось. Она тоже не без недостатков, у нее есть некоторые визуальные штучки, скажем так, которые мне самому лично не понравились. Они не бросаются в глаза, но я о них знаю. Но, как я ранее уже сказал, за эти деньги эта гитара практически даром, поскольку это настоящий инструмент. И для начинающих, скажем так, моя первая гитара была из фанеры, и она тоже была классическая. Я тогда даже не разбирался в этом. Если бы мне попала бы вот такая вот гитара, возможно, я бы играл бы на данный момент гораздо лучше, чем сейчас. Боже мой, да всем насрать! Что еще забыл сказать? Один нюанс. Я немножечко оговорился, поскольку это как бы массив, но это не цельный массив, а из двух кусков сделанный. Производитель не всегда об этом пишет, но здесь, если приглядеться, здесь виден стык этот, да? Возможно, это будет недостатком в том плане по долговечности, да? Если за гитарой плохо следить, я думаю, что может появиться трещина, если плохо за ней ухаживать. Но, как я сказал, гитара стоит своих денег, на мой взгляд. И если за ней должным образом ухаживать, этого не произойдет. Как ранее сказал, штатные струны стоят уже хорошие, инструмент готов к эксплуатации уже из коробки. Звучит правдоподобно. Единственный момент, что нужно периодически их настраивать первое время. Вы спросите, как я пришел к таким умозаключениям? Изи. На классических гитарах это надо делать гораздо чаще, поскольку струны нейлоновые, и они тянутся гораздо дольше. Да, в общем, гитарой я более чем доволен и, скажем так, рекомендую всем новичкам покупать именно уже хороший инструмент. Звучит мощно. Если вы боитесь брать из массива, у них также есть немассивные гитары, либо частичный массив передней деки, либо если вы покупаете ребенку, эту гитару я бы не рекомендовал покупать ребенку, поскольку, ну, она подходит для детей, скажем так, от 14 лет по размеру, поскольку это классическая гитара 4 четверти, у них, скажем так, разные размеры есть, да. Я бы для ребенка, для подростка
рекомендовал бы брать гитару 3 четверти. И, скорее всего, скоро у нас на канале она сделаю обзор на гитару от Томан 3 четверти из, с массивной декой из ели. Это, повторюсь, гитара целиком из массива, а та будет 3 четверти только с декой из массива. Да, хоть эта гитара и из массива, она не перестает быть от этого бюджетной. И это чувствуется, да. То есть я держал некоторые гитары, у которых только верхний массив, но сама гитара была качественнее и, скажем так, в раза три дороже. И да, она была выше уровня, хоть и не вся из массива. Я даже не знаю, что сказать. Из меня тут еще мариачи. Лучше и не скажешь. Да, вот такая вот, скажем так, гитарка. Да, рекомендую всем начинающим иметь вот именно подобный инструмент, поскольку это самое лучшее соотношение цена-качество на рынке, которое я только видел. Поскольку за эту цену можно взять только ламинированную гитару, скажем так, хорошего качества, но ламинированную. А это полностью из массива. Это вам не хухры-мухры. Почитайте, что это такое, чем это отличается. Да, поскольку процесс обучения на массивных гитарах в разы быстрее происходит. Если вы учите какие-то композиции, вы это все слышите. Гитара лучше резонирует, и вы быстрее учитесь. Да, также такая гитара подойдет, если у вас уже есть какая-нибудь плохая первая, скажем так, гитара из не из массива. Как бы, ради бога, обновляйтесь. Да, не знаю, как насчет остальных стандартных акустических гитар. Если они у них из массива, я, конечно, погляжу для вас. Если что, заглядывайте в описание под видео. Если есть, то ссылку оставлю, как всегда, там. Ну, у нас на этом все. Желаю вам всего хорошего и до свидания.